Средства материнского капитала можно направить на компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации в обществе детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, разработанной медицинским учреждением. Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дождаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, рассказывает заместитель руководителя клиентской службы пенсионного фонда Эльдар Султанов. Значит, средств материнского капитала к соответствующему заявлению прилагается паспорт владельца сертификата, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие, значит, приобретение данного товара, акт о наличии и соответствии этого товара, и также, значит, реквизиты счетов кредитной организации владельца государственного сертификата. Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские и реабилитационные услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Значит, более подробную информацию о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов можно узнать, значит, на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации». Индивидуальная программа реабилитации должна быть действительно на день приобретения товара и услуг. По словам заместителя руководителя клиентской службы городского управления Пенсионного фонда Эльдара Султанова, в случае приобретения товара семья должна обратиться в управление социальной защиты, то есть в СОБЕС, для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения должностное лицо органов соцзащиты, проходя домой, составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается в семье для предоставления в Пенсионный фонд России. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».